маячок свой раскрути, и желание воплоти, и сопернику теперь не уйти. Только сильный пройдет свой путь и найдет силы не свернуть. Только сильный, и это ты, все старания твои не пусты. Помни про баланс и лови свой единственный шанс. Инфинити надо загадать. Нападать, защищать, защищать, побеждать, не отступать. Ты вперед к победе иди, атакуй, ведь нет обратно пути. Инфинити надо. 18 серия. Три верховных воина. О? А? Это она? Ладно, пора в атаку. Эй, держись, не сдавайся. Вот и темная обитель. Свое обещание я выполнил, теперь мне пора. Стойте, подождите. Скажите, кто может знать, где фантом? Я не в курсе. Желаю тебе успехов. Но... Ура, я победил! Это не в счет, еще раз. Кого же мне спросить? Все увлечены битвой. Слушайте, внимание! Кто-нибудь видел здесь незнакомца? Что? Незнакомца? Здесь? В смысле? А-а-а! Так вы ничего не знаете! У нас в темной обители наконец-то появился новенький! А? Симас? Ты о чем? Как это? Неужели хранитель кого-то пропустил? Я уже и не помню, когда такое было. Он, должно быть, не из робкого десятка, раз Цайлон его впустил. То есть, этот новенький непомерно силен. Можно сделать выводы, что он сражается жестоко и беспощадно. Я слышал, его рост больше 5 метров. Он самый настоящий монстр. Это просто невероятно! Что? Никого нового я здесь не видел. Вряд ли бы он скрылся. Наверняка он ничего из себя не представляет. Предлагаю его найти и устроить ему хорошую взбучку. Да, покажем ему свою силу. Отправим его туда, откуда он пришел. Так чего же мы ждем? Вперед искать его! Да! Наконец-то все ушли. Я, конечно, не уверен. Но, похоже, они пошли искать меня, чтобы сразиться со мной. Пойду-ка я поскорее найду фантома и все у него узнаю. А? А вот и ты! Нет, это не я. Чего ты всполошился? Расслабься! А ты кто такой? Я Чэнь-У. Так, пошли. И куда? Пошли и узнаешь! Эй, подожди меня! Ну все, давай, доставай свой инфинити надо, и мы сразимся! Мы же только что познакомились. У нас тут битвы не по расписанию вообще-то. Но почему ты выбрал меня? Ха, да ладно, ты серьезно? Меня так не обдурить! Я с первого взгляда все понял. Ты явно не из наших мест. Что? Я вот не пойму, ты же совсем обычный. Почему Цайлон тебя вообще пропустил? Обычный? Неважно, давай биться. Я сразу пойму, какой ты. У него пускатель, как у Цайлона. Интересно, в темной обители у всех такой? Если я смогу тебя победить, я точно буду самым знаменитым.
Быстрее! Давай сражаться! А, но как? Да хватит тормозить! А, ну ладно. Крылья Ароса. Мы сможем. Кстати, меня зовут Люк. Начнем. Ну покажи, что ты можешь. 3. 2. 1. Надо! Ха! Надо! Смотри, как я сейчас тебя сделаю! Вперед! А? Зажал меня! Как раз то, что нужно! Я быстренько с тобой расправлюсь! Рано радуешься! Теперь атакуй! Вперед, крылья Ароса! Как бы не так! О, я что, проиграл? Это невозможно! Ты, похоже, действительно сильный соперник! Спасибо. Кстати, Чень-У, я хотел тебя спросить. Может быть, ты когда-нибудь слышал про одного... Такого поворота я не ожидал. Что же делать? А, ты слышал про фантома? Вот ведь. Надо попробовать еще раз. Но он очень силен. А, ты что, меня игнорируешь? Точно! Так и сделаем. Ты о чем? Я такой умный. А? Так, бежим скорее. Эй, куда ты меня тащишь? Подожди! Люк, тебе наверняка негде остановиться. Ну да. Ну вот, можешь пожить здесь. Да? Не переживай, в темной обители победа значит все. А раз ты меня победил, я готов тебе помогать. Ну что же, спасибо тебе огромное. Ага, только ты пока не выходи из дома, ладно? А? То есть как? Ну уж нет. Я пришел сюда по делу. А? Ты не можешь запретить мне выходить из дома. А вот и могу! Ты меня послушаешь и останешься здесь! Иначе другие узнают о моем поражении и будут смеяться надо мной! Вот когда я выиграю, я тебя отпущу! Понял меня? А? А о чем ты вообще? Давай сразимся прямо сейчас! Нет, ты слишком силен! Сейчас я снова проиграю! Так что мне нужно продолжить свои тренировки, пока я не стану сильнее тебя! И сколько тебе нужно на это времени? Я не знаю. Пока я не выиграю, сиди здесь. Ясно тебе? У меня все. Пока. Эй, ты куда? Выпусти меня. Постой. Да ладно. Он не запер дверь. Прости меня, но я здесь не останусь. Да, сегодня я вот такого врага не вижу. А? О, может, она знает. Простите, добрый день. Можно мне у вас кое-что спросить? Простите! Можно у вас спросить? Ничего, простите, уже ухожу. Ага. Я где-то его видел. Вроде не местный. Может, он... Так это был ты. Думал, сможешь нас одурачить? А? Что я вам сделал? А? Что это с тобой? Хватайте его! Это он, тот самый незваный гость. Нет, подождите. Нашелся. Так вот ты где. Давай биться. Я уверен, что быстро тебя одолею. А? Биться? Эй, я первый хотел! Это я должен быть первым, кто с ним сразится! Кто сказал? Молчать! Я буду первым! Не понимаю, что здесь происходит?
кажется, тут всем не терпится сразиться с нашим новеньким. Тогда пусть с ним сразится каждый, и все будут счастливы. Битва Инфинити Нара! Битва Инфинити Нара! Битва Инфинити Нара! Здесь все так любят сражаться. Ну что ж, давайте сразимся. Битва Инфинити Нара! Битва Инфинити Нара! Битва Инфинити Нара! Вот это я понимаю. Так, три... Один! Надо! Давай, крылья Ароса! Атакуй его! Теперь моя очередь! А? Даже не заметил! Ладно, теперь я! Жди своей очереди! Моя очередь! Еще конечно! Ты просто обожаем беспорядочный! Они как с ума сошли! Да вы не мешайте! Запропустили! Что здесь происходит? А? Это три верховных воина? О нет! Три верховных воина обители? Что нам теперь делать? И шквал здесь! Вау! Это же их превосходительство! О, это просто супер! Шквал? Прийти в темную обитель и не знать этого имени, ты чего? Между прочим, внезапный шквал сильнейший в темной обители. Сильнейший? Шквал здесь! Внезапный шквал! Он да! здесь! Он здесь! Он здесь! Внезапный шквал! Так это тебя пропустил Цайлон. Как так? О чем Цайлон думал своей головой? Как он посмел пропустить ученика Академии Нада? Да! Как ты вообще смог нас найти? И что привело тебя сюда, к нам в темную обитель? Я пришел сюда в поисках одного человека. Для меня это очень важно. Мне сказали, что он может быть здесь. И кого ты ищешь? Подскажите, может быть, вы знаете некого Фантома? Кого? Ты разыскиваешь человека по имени Фантом? Именно. Если вы что-нибудь знаете о том, где он или где может быть, прошу, скажите мне. А ты подумал о последствиях? О чем вы? А? Стойте! Подождите! Так вы знаете что-нибудь? Послушай меня внимательно. Я отвечу на твой вопрос. Если сможешь победить меня. Победить? Да. Победа здесь значит все. Таково правило обители. Но... Твоими соперниками будут три верховных воина. Три верховных воина? Я один из верховных воинов. Соник. А я Эссон. А я Филипп. Пора показать тебе, как бьются в темные обители. Вот это да! Собравшимся сегодня повезло! Сейчас начнется ожесточенная битва! Сегодня будут сражаться три верховных воина темной обители и Люк, победивший хранителя Цайлона. Эта битва покажет, кто окажется сильнее, а кто проиграет. Мы станем свидетелями. А я хотел быть первым, кто его победит. Совсем не ожидал такого поворота. Все просто сходят с ума. И еще это арена для сражений. Я таких раньше не видел. Это специальная арена, которую у нас используют. Сейчас ты поймешь, каково сражаться с одним из верховных воинов темной обители. Итак, давайте решим. Кто пойдет первым? Так и быть. Давайте я пойду. Нет! Я разберусь первым! А вот и он! Первым из трех верховных воинов сразится Эссон, обладатель сбалансированного Инфинити Нада. И похоже, яростный Цербер тоже готов к сражению. Ну что, парень, желаю тебе удачи!
сейчас мы с тобой поохотимся! Яростный Цербер! Я обязан победить! Я хочу узнать, где Фантом! Эй! Готовься! Крылья Ареса! Ну как? Все готовы? Три! Два! Один! Надо! Разогреемся! Яростный Цербер! А? Как странно, его Инфинити Надо атакует! Вот это начало! Эссон наносит жесткие удары по Инфинити Надо Люка! Так может только яростный Цербер! Двойное кольцо позволяет мне защитный режим на атакующий и атаковать с разных углов! Вперед! А? Крылья Ареса! Чтобы ты знал, атаки с разных углов очень быстро заставляют терять баланс! Тебе конец! Что? Нам нельзя проиграть! Крылья Ареса! Да! Продолжай! Это бесполезно! Мой яростный Цербер может мгновенно переключать режимы! Перед лицом атаки яростный Цербер никогда не робеет! Он переключается на защитный режим и стойко сопротивляется в центре арены! Теперь я! Атакующий режим! А? Что такое? Как это? Здорово! Яростный Цербер наносит точный удар, и крылья Ареса, к своему сожалению, становится заложником арены для сражений. Угодишь в эту ловушку, выбраться будет нелегко, и не важно, какой у тебя Инфинити Надо. А? Как же так? Крыльям Ареса остается только тратить свою энергию вращения. Крылья Ареса. Тут все так сражаются. Все равно, я ни за что не сдамся. Эй, парень, слова тебе не помогут. Давай. Теперь добей его. Ну все, пора. Он прямо над тобой. Как такое возможно? Он точно просчитал направление атаки и, наклонив свой Инфинити Надо, использовал силу удара, чтобы выбраться оттуда. Сразу и не скажешь, парнишка оказался умен. Ну и что с того? Надолго я там не задержусь. Контратаку! Вперед! Раскрой крылья победы! Чего? Неужели? Ха! Вот что задумал! А! Он же же! Он же вызвал духа! Невероятно! Невозможно поверить! Кто мог подумать, что парнишка и правда может вызвать духа? Ну и ну! Сейчас мы повеселимся! Я тебе покажу! Пора поохотиться! Яростный Цербер! Эссон тоже вызвал духа! Сражение близится к своему финалу!
крылья Ареса! И мы знаем победителя! Яростный Цербер с легкостью одолел крылья Ареса! Победитель Эсон! Я верил в него! Потому что он воин! Поверить не могу! Как это Люк мог так легко ему проиграть? Ну вот! Теперь ты познал нашу силу! А? Если что-то не нравится, тебе нужно больше тренироваться! А он прав! Если ничего не поменять, я так и не выиграю. Хм. Я в темной обители. Тут победа, значит все. Я должен стать сильнее. 19 серия. Взывая к чуду. Это просто сон. Приснится же. А? Наконец-то ты проснулся. А? Это ты? Привет. Раз ты не спишь, пойдем сражаться. Или ты так и продолжишь лежать? Нет, уже иду. Ай! Быстрей! Сюда! Отлично! Вперед в атаку! Размечтался! Я не проиграю! А? Круто! Местные встают ни свет ни заря и идут сражаться. Это даже слишком. Так, а чем я хуже? Где еще найти столько противников? Мне как раз нужно много тренироваться. Вперед, крылья Ареса! Ну все, сейчас получишь! А? На! Давай! В бой, огненный дракон! Этот голос! Разнеси его! Эй, парень слишком силен! Хм, съел! Райан? А? Что такое? Это правда ты? А? Люк? Откуда ты здесь? Ха, я вообще-то не один. Глянь! А? Ну, наконец-то, Люк! Мы искали тебя повсюду! Вики, Алан! Привет! Эй, не забывай про своего тренера! Эй, Люк, кто это такие? Да, мы все из одной... стойте, как вы сюда попали? Ну, нас сюда привел кое-кто! А вот и он! Люк, ты хочешь о чем-то спросить меня? Цайлон? Раз ты впустил их, получается... Райан, вы все победили Цайлона? Что? Ты это о чем? Что? В смысле? Ты просто их впустил, и им не нужно было сражаться с тобой? Не, вообще ничего такого. И Цайлон показал нам дорогу. Но почему? Но ведь они твои друзья, не так ли? И почему бы мне не пропустить их? И зачем тогда я сражался с тобой? Я, пожалуй, пойду. Спасибо! Спасибо, что нас проводил. Да, спасибо. Ладно, пойдемте, а? Люк, ты в порядке? Что с тобой? Эй, Люк! Понятно. А что внезапный шквал? Рассказал что-нибудь? Нет, мне пришлось сражаться с сильными соперниками. У нас здесь победа значит все. Можешь делать что хочешь, но твоя задача – победить в сражении любой ценой. О, как-то жестоко и примитивно. Однако, это упрощает нам задачу. Победим, и дело будет в шляпе. Люк, мы теперь с тобой. Неважно, кто твой враг, тебе нечего бояться. Если будем вместе, мы сможем победить в любом сражении. Да, это так. Спасибо. Правильно. Сразу видно, ученики Академии. Внимание, если у тебя есть цель, ты всегда сможешь сотворить чудо. По-моему, это очень банально. Эй, вы кто такие? О, верховные воины? Филипп и Соник. Ну и чего вы пришли? Показать, какие вы напыщенные? Да ладно тебе. Ты говорил смешные вещи, вот я и не сдержался. Ты о чем? Мы здесь не жалуем детишек, которые гораздо только языком трепать. А болтовня про чудеса? Это же просто умора. Они меня бесят. Они смеются над нами. Эй, ну-ка слушайте сюда. Ребята вам еще фору дадут. В этом году они победили в финале турнира «Король Инфинити Надо». И что? Филипп, давай, поделись своим мнением. Хм, в Академии Надо одни бездарности. Что с того, что они там победили? Сейчас же извинись.
Я не позволю вам оскорблять Академию Надо! А ну быстро забери свои слова! Что если я не стану? Тогда сразимся. Победа решает все. У вас же такие правила. Если мы победим, вы извинитесь перед нами. Да. Соглашайтесь. Как это прекрасно слышать! Раз такое дело, давайте устроим битву Инфинити Надо! Сразятся верховные воины Филипп и Соник, которых мы хорошо знаем! Верховные воины! Верховные воины! Верховные воины! И друзья Люка, того самого, что вчера проиграл в ожесточенной схватке Эссону. Новички 1, 2 и 3. В смысле? Что за номера? Меня зовут Вики. Успокойтесь, неважно, как они нас называют. Битва будет 2 на 2. Кто пойдет? Я пойду с тобой. В этот раз мы победим. Эй, стойте! Ребята, так не пойдет. Огненный дракон вам пригодится. А? К тому же, Райан единственный смог вызвать духа. Поэтому должен быть центральной фигурой в сражении. Да-да-да, правильно, тренер. Прям в точку. С чего это? Точно, тренер. Эй, хватит болтать. Решайте быстрее. Хоть втроем сражайтесь. Разница невелика. Что-что? Втроем? Ну да. 2 на 3. Проигрывает команда, у которой выбыли все Инфинити Надо. Идет? Ха! Ну тогда настало время сразиться! Да, идем вместе! Вики, пусть Райан атакует, а мы его будем прикрывать. Надеюсь, договорились? Ладно. Ха! Ну тогда поехали! Хотя арена, конечно, довольно странная. Я таких раньше нигде не видел. Такие арены есть только в темной обители. Ни в коем случае нельзя угодить в ловушки по краям. А, хорошо, понял. Вперед! Пора начинать! Я надеюсь, что все готовы! Готовы! Да, готовы! Ха! Ха! Приступим! Взываю к тебе! Обрушь свою мощь, гигантский питон! Пора тебе показать свои зубки! Алый волк! Вперед! Бьемся до конца! Похоже, противники готовы! В таком случае, 3, 2, 1! Надо! Победа будет за нами! Надо! Сейчас мы их быстро! Вперед! Огненный дракон! Вот! Как тебе такое? Хм. А своим противником я выбираю тебя! А еще есть я! Так, Вики, пока держи дистанцию! Алан, спасибо! В сторону! Нефритовый лук! Вау! Это неплохой ход! Похоже, они хотят блокировать атаки защитным Надо! Пока выносливый Надо будет спокойно себя отдыхать в стороне! Ну да, и правда. Вы думаете, от этого приема будет польза? Ха! Посмотрим, сколько ты протянешь! Это что, была угроза? Разминка окончена! Гигантский питон! О нет! Держи удар, быстрый панцирь! Супер! Теперь выбей его с арены! Райан, Алан, вы сможете! Покажите, что могут ученики Академии! Ха-ха! Ну что, нравится быть слабее? А? Атака на троечку! Чего? Давай покажу! Настоящую атаку! Атакуй! Алый волк! А, ну Райан... как же так? А? О, нет! Атаку отражает атакой! О, да, это была она! Разрушительная контратака Алого Волка! Двойное металлическое кольцо помогает ему не только удерживать баланс, но и наносить сопернику мощные ответные удары! Еще не конец! Теперь иди и порви соперника на кусочки! Вперед, Алый Волк! Нет, уходи! Ничего себе! Алый волк показал свои зубки!
Этот Инфинити Надо обладает особым атакующим кольцом. Благодаря его конструкции соперник очень быстро теряет равновесие. Еще никто от него не ускользал. Никому и никогда не ускользнуть. Как это? Райан! Ты как? Порядок? У вас есть время отвлекаться? Так, давай покажем им свою силу. В атаку! Гигантский питон! Как это так? Он что, сбил наш Инфинити Надо порывом ветра? Не может быть! Похоже, Филипп выпустил своего зверя! Гигантский питон создает порыв ветра, используя 6 лопастей на защитном кольце. А при помощи угла наклона он может менять направление ветра. Нет, так дальше нельзя! Можете не сопротивляться! Смиритесь с поражением! А, Вики, Алан! Я разберусь! Я так просто не сдамся! Ни за что! Решать не тебе! Что? Разорви его! Алый волк! Райан! Вот это атака! Наших гостей совсем не собираются щадить! Ха! Еще не вечер! Вот это он дает! Райан смог вернуться на арену! Молодец! Вот так-то! Алан, Вики, я совсем разберусь! Что? Это еще не все. Сейчас я с вами обоими разделаюсь. Пробудись ото сна и расправь свои крылья. И сдай свой рев. Не жалей, пламя! Огненный дракон! Ого! Это так круто! Райан! Давай! Какой необычный! Воу! Вот так сюрприз! Кто б мог подумать, новичок номер 2 вызвал духа! Сжигай все на своем пути! В бой! Огненный дракон! Ладно, ставлю 7 из 10. Только этого все равно мало. Чего? Давай! Теперь пора! Нет, двое на одного? Заканчивай с ним, Алый Волк! Огненный дракон выбыл! Хоть новичок номер 2 и вызвал духа, с верховными воинами ему не справиться. Теперь у нас остались 2 против 2. Выбыл. Прости, огненный дракон. Райан. Битва еще не окончена. Да, точно. Остались мы. Вики, Алан. Точно, я и забыл, что вы еще здесь. Ну что, кто хочет быть следующим? Ха. Берегись!
помощи атакующего надо, им остается только держать оборону. Но их поражение — лишь вопрос времени. Вики! Алан! Дело совсем плохо. Чего? Они не умеют вызывать духов. Они точно проиграют. Тренер! Я был слишком самоуверенным. Если бы я вел себя осторожнее... О, нет! Алан! Вики! Замолчи! Мы еще не выбыли! Хватит уже каркать! Вики права! Не можем вызвать духа, но сдаваться не собираемся! Давай! Быстрый панцирь! Назад! Дороги у нас нет! В этом сражении мы точно победим! Алан! Вики! Иди в атаку! Ой! Вы что, еще не поняли? Ну не бывает в этом мире чудес! Это ты так думаешь? Именно! Ну все, они обречены! Их инфинити НАТО угодили в ловушку и теперь не могут выбраться! Если не выберутся, они просто истратят всю энергию! Нет! Я на это не согласна! Выберемся! Быстрый панцирь! Вот и все! Вам не выбраться! Покидайте арену, да побыстрее! Верховные воины не знают пощады! Они наносят удар за ударом! Таков их стиль сражения! Они не оставляют сопернику ни единого шанса! Похоже, мы уже знаем победителя! Как же так? А? И что, мы правда... Не сможем их победить! Боритесь, Вики, Алан! Никогда нельзя сдаваться! Вы сами говорили! А? Люк? Я знаю! Вы можете сотворить чудо! Да, кстати, посмотрите! Они тоже еще не сдались! А? Наши инфинити надо! Еще вращаются! Прости, нефритовый лук! Быстрый панцирь! Вики? Алан? Нефритовый Быстрый лук! Быстрый панцирь! Давай, ты справишься! Будем биться до конца! Мы ни за что не сдадимся! Что-то мне это надоело! И мне! Пора в атаку! Чудеса! Мы в вас верим! Выходите! Во-хо-хо! Невероятно! Они использовали силу инерции от ударов и выбрались из ловушки! Невозможно! А? Как выбрались? Невероятно! Получилось! Здорово! Алан и Вики вызвали духов! Прекрасно! Академия вами гордится! Вы отличные ученики! Смотрите! Это просто удивительно! У нас на арене сразу 4 духа! Алый волк! Порви их на куски! Нефритовый лук! Покажи истинную силу! Задуши их! Гигантский питон! Земля, силы полна! Как бы не так! Давай! Быстрый панцирь! Еще немного, и мы победим! Не уйти! Только сильный пройдет свой путь! Ты готов? Вперед! Нефритовый лук! Не свернуть, только сильный! Вам конец! Помни про баланс и логичность.
дави свой единственный шанс. Infinity надо забрать. Не может быть! Верховные воины темной обители и правда потерпели поражение! В это невозможно поверить! Ты молодец! Нефритовый лук, спасибо! Чудесно! Быстрый панцирь! Алан! Да, здорово! Мы наконец смогли вызвать наших духов! Здорово! Да! Алан, Вики, поздравляю! Я знал, что вы сможете. Вы просто отменно бились. Серьезно, я растрогался до слез. Вы не сдались и сотворили чудо! Ха! Что эти два столопа там делали? Верховные воины обители проиграли каким-то неопытным студентам? Даже мне за них стыдно. 20 серия. Обратный запуск. Как же я устал ждать! Давайте быстрее, а то арену займет кто-нибудь еще. Вы обещали, что сразитесь с нами пару раз. О, эти двое прямо рвутся в бой. Неудивительно. Все-таки им впервые удалось вызвать своих духов. Поэтому естественно, что им хочется пробовать свои силы. Это круто. Мне тоже интересно, насколько они сильны. Давай, Люк, пойдем. Угу, идем. О, что это? А? Что там? А? Ха! Вот вы и пришли! Мы давно вас ждем! Да, нам нужно кое-что обсудить. Что? Что именно? А ты сам как думаешь? Мы вам приготовили завтрак. Выглядит аппетитно! Знаете, а вы молодцы! Не думали, что вы победите Верховных Войн! Вы даже духов вызвали! Это так круто! Сразитесь со мной! Конечно! Без проблем! Дайте только доесть, и мы тут же дадим вам в бой! Не пускай его! Давай! Огненный дракон! О нет! Ну, держись в стороне! Решил сбежать, так не пойдет! Зараза! Сейчас сразимся! Быстрый панцирь! Да! Неудивительно, что они победили Верховных Воинов. Так, теперь сражусь я! Не, следующий я. Разойдитесь! Следующим сражаться буду я! Представить не могла, что местные так любят сражаться. Да, раньше я думал, что они ни перед чем не остановятся ради победы. Но это совсем не так. Они же... Они просто любят Infinity Надо. Отсюда и любовь к битвам. Может быть. Но в темной обители победа решает все. А так нельзя. Почему? Это правило здесь всех устраивает. Ты так тихо подкрался! Здравствуйте, Цайлон. Зачем вы здесь? Здесь споры решаются в битве. Это правило ввел внезапный шквал, чтобы поддерживать порядок. Внезапный шквал? Он здесь сильнейший игрок. Благодаря этому правилу, жители темной обители могут проводить битвы тогда, когда хотят. Внезапный шквал. А что он из себя представляет? Если вам действительно интересно, отправляйтесь в западный лес завтра на рассвете. Что? Когда время придет, вы все сами увидите. Западный лес на рассвете. Люк, Вики, может, вы хотите сразиться? Мне надо отдохнуть. Ну, рассвета же еще не было. Ой, я так хочу спать. Люк, ты точно не перепутал время? Ты уже 100 раз спросил. Цайлон сказал в это время. Интересно, а что мы должны увидеть в этом западном лесу? О, смотрите-ка, там арена. Откуда здесь взялась арена? Ничего себе! Я не знал про это место. А? Даже ты не знал? Там кто-то есть. Это Филипп, Эсон и Соник? О, откуда здесь Верховные Войны? А?
Там кто-то еще. Смотрите, вон там. А? Внезапный шквал. А? Тот самый внезапный шквал. Теперь все понятно. Он и выглядит иначе. Это точно. Еще и маску на себя нацепил. Кажется, внезапный шквал сейчас будет с ними сражаться. Сайлон хотел, чтобы мы увидели этот бой. Как же это здорово! Тихо ты! А ну замолчи! Ну что, теперь видите? Чтобы игрока надо лучше понимать, достаточно просто посмотреть на то, как он сражается. Откуда ты так внезапно появляешься? Прошу! Хватит так подкрадываться! Вам выпал уникальный шанс. Не всем удается посмотреть на то, как сражается шквал. Смотрите внимательно. Свою мощь покажет правитель темной обители. Вы меня разочаровали. Верховные воины проиграли в битве каким-то студентам из Академии Надо? Это просто возмутительно. Вам должно быть за это стыдно. Доставайте Инфинити Надо. Сейчас вы должны показать, по праву ли вас называют верховными воинами. Я что-то не понял, при чем тут я? Но если тебе так хочется, я тоже с тобой и сражусь. Давай, мне не терпится сразиться. Для нас это будет легкая добыча! Яростный Цербер! Ну что ж, ладно. Да, не смей нас принижать. Ну, покажи, что умеешь! Алый волк! Настало время показать свои клыки! Алый волк! Взываю к тебе! Обрушь свою мощь! Гигантский питон! Покажи свои клыки! И грозный рык! Вперед, алый волк! Итак, вы готовы? Разящий мяч! О, он вылетел прямо из его доспехов! Какой странный инфинитинатор! Что это за вспышка? Вперед! Три, два! Один! Надо! Надо! Прикончи его! Давай! Гигантский питон! Они уже атакуют в полную силу! Если сейчас столкнуться, то битве конец! Чего? Внезапный шквал отразил все атаки. Его атакуют, но на его вращение это не влияет. Потому что у его атакующего кольца 6 роликов. А? Целых 6? Не может быть! Давай! Эти ролики позволяют разящему мечу избежать непосредственного контакта с Инфинити Надо противника и могут отразить любую атаку. Опять удивительный Инфинити Надо. Подождите, удивляться, это еще не все. Пора с этим кончать. Эй, Соник, ты первый. Алый волк! Смотрите, одной атакой его выбил. У него мощные атаки.
Это потому, что у разящего меча симметричное кольцо. От этого и атаки такие сильные. Теперь вы двое. Давай, разящий меч! Благодаря молниеносной скорости вся сила концентрируется на кончиках кольца, а в момент удара она высвобождается, нанося ужасный урон. А? Как это возможно? Разящий меч, тебе понравилось? Хорошо. Три верховных воина не смогли справиться с ним одним. Что? Это невероятно. Ну. Мы ему совсем не ровня, он ужасно сильный. Так вот насколько шквал хорош. Неплохо, внезапный шквал. Поэтому он сильнейший в темной обители. И вы просто смиритесь с поражением. А? С поражением? Слушайте внимательно. Для вас это непростая битва. Вы должны доказать, что имеете право зваться верховными воинами темной обители. Но мы просто... Приложите больше усилий. Ну же, покажите истинную силу. Я хочу это увидеть. Ха, как пожелаешь, Соник, Филипп. Ладно, сам захотел. Теперь попляшешь. Сейчас мы покажем тебе, что на самом деле можем. Они модифицируют свои инфинитинада. В качестве основы возьмем яростного Цербера. Вот так. Оставим атакующее кольцо яростного Цербера. Еще. Защитное кольцо от Алого Волка. И давайте наконечник поставим от гигантского питона. Ха, ну как тебе? Этот один инфинитинада олицетворяет силу всех трех верховных воинов. Кажется, они из трех инфинитинада собрали один. Ничего себе. Впервые вижу такое. Тут ничего удивительного. Модификация помогает твоему инфинитинада стать намного сильнее. Чтобы победить, верховные воины взяли свои лучшие детали и поставили их на яростного Цербера. Сейчас будет жарко! Они настроены предельно серьезно. Скорее бы началась битва, это будет просто нереально! Тогда приступим! Вперед! Эсон, мы должны победить! Давайте покажем ему, на что мы способны! Ха! Сейчас покажем! Давай, Шторм! Три! Два! Один! Надо! Вперед, разящий меч! О, Шторм атакует первым! Он уклонился! Ну, конечно! У яростного Цербера теперь защитное кольцо Алого Волка. Наполовину стальное, оно способно выдерживать мощные атаки. Кроме того, кольцо утяжеляет его, и он лучше держит баланс. А еще они использовали наконечник гигантского питона, который позволяет яростному Церберу переключаться с защиты на атаку. Поэтому он может атаковать противника в любой момент времени. Ничего себе! Смотрите, разящий меч впервые отшатнулся. Они модифицировали и усилили его слабые стороны. Так и нужно использовать модификацию. Это так здорово! Уже лучше. Таких верховных воинов одобряю. Но вам... все равно меня не победить. Ха! Рановато начал праздновать победу. Ты ведь еще не видел нашего секретного оружия. Эй, в атаку! Давай! Яростный Цербер! Они вызывают духов? Что? Что такое? А? Глазам не верю. Аватар превратился в наконечник? Как тебе это? Магнитный механизм возврата! Может быть! Как его инфинитинада вернулся в Пускатель сам? Как это вообще возможно?
Это что, новый прием такой? Что это он такое задумал? Что? Еще не поняли? Он делает обратный запуск. У него же двойной наконечник. Хотя да, вы этого не знали. А? Двойной? Именно. Даже в темной обители не все знают, как использовать прием обратного запуска. Буду контратаковать! Обратный запуск! О, он теперь вверх тормашками. Теперь его Инфинити Надо вращается в обратном направлении. Давай! Яростный Цербер! Яростный Цербер ведь сбалансированный. Откуда такая атака? А, его наконечник! Теперь атакующий! Я понял! Из-за обратного запуска у этого Инфинити Надо поменялся тип, и вместе с ним его характеристики. Теперь он вверх головой. Положение колец сменилось, и разящий меч уже не может отражать атаки роликами. Он до них не достает. То есть обратный запуск меняет характеристики? Это коварный прием. Что это за Инфинити Надо такой, у которого два наконечника? Я считаю, это нечестная битва. Такое может быть только в темной обители. Ты не знаешь, о чем говоришь. В темной обители возможно делать все. Чтобы стать сильнее, мы не стесняемся идти на любые эксперименты. За что мне все это? Я ничего не понимаю. Раз уж вы начали нормально биться, пора и мне дать вам достойный ответ. Разящий меч, магнитный возврат! Обратный запуск! Вперед! В таком состоянии мой Инфинити Надо защитный. Думаете, что у вас есть шанс пробить его идеальную защиту? Сейчас сам увидишь! Разрушь его! Интересно. Можешь попробовать! А? Это духи? Как спать охота. Похоже, здесь пока пусто. Не зря так рано встал. Буду первым. Я хочу сразиться сегодня с Люком. Я должен победить его. О, нет! Это что, разящий меч? Этого не может быть! Эй, вставайте все! Внезапный шквал сражается! Это просто невероятно! Так вот их истинная сила! Нам очень сильно повезло увидеть этот бой! Цербер! Ты не можешь проиграть! Все бесполезно. У разящего меча особенная защита. Она позволяет обернуть все ваши атаки против вас самих. Чем сильнее вы атакуете, тем сильнее страдаете. Получи! Нет! Ладно, пора заканчивать этот фарс. А? Снова вспышка. Пронзи его насквозь, разящий меч! Нет!
Это было круто! Это было довольно неплохо. Мы же проиграли! Он ужасно силен! Внезапный шквал! Ну как, круто, да? Это сильнейший игрок в темной обители! Это невероятно! Точно, особенно наконечник вместо аватара. А еще обратный запуск. Просто нереально. Тренер Дэниел, вы чего? Вставайте, тренер! О, нет, только не это. Тренер, давайте же! Что за вспышка света? Это же не энергетический элемент. Это не просто энергетический элемент. Сайлон? Это был мощнейший энергетический элемент. Дух звезды. Что вы сказали? Это был дух звезды? 21 серия. Финальная схватка с тремя верховными воинами. Разящий меч! Магнитный возврат! Закончим этот фарс! Это же энергетические элементы! Это дух звезды! Когда-то давно, когда внезапный шквал пришел в темную обитель, он принес и дух звезды. То есть, внезапный шквал не отсюда? Именно. Он использовал силу Духа Звезды, чтобы установить в темной обители порядок, а также полностью отделить ее от внешнего мира. Также он ввел правило «Победа значит все», и с тех пор он управляет темной обителью. До этого времени в темной обители царил самый настоящий хаос. Использовал Дух Звезды? Это же... Учитывая его исключительные успехи, никто не сомневался, что именно он сумеет совладать с духом звезды. Но в одну злосчастную ночь произошла ужасная трагедия. Этот коварный негодяй был жадным до власти. Он предал ректора и Сюаня. Фантом украл дух звезды и скрылся в темной обители. И Сюань пытался его остановить. Между ними завязалась кровавая битва, но потом он исчез. Может, это он предал моего дедушку и украл дух звезды? Фантом, это внезапный шквал? На сегодня мы с вами закончили. Фантом! Это ты? Погоди минутку. Эй, куда постой! Ты? Ответь мне, шквал! Тебя ведь зовут Фантом, ведь я прав? Но... Не может не быть, может, ты уверен? Мне рассказывали, что только один Фантом может совладать с духом звезды, а ты сейчас с легкостью его использовал. Это значит... Что я Фантом? Фантом украл дух звезды и сбежал. А ты, тот, кто принес дух звезды в обитель, отвечай мне! Зачем предал дедушку? И где он сейчас? Победа значит все. Победив Цайлона, ты прошел в темную обитель. Победишь меня, и тогда мне придется все тебе рассказать. Чего? Вот хитрец. Но, Люк, предупреждаю тебя. Продолжишь нарушать наш порядок, я тебя выгоню. Интересно, как? Тогда пусть все решится в битве. Давай, Фантом! Мне же не послышалось! Ты не откажешь? Давай сразимся. Победа ведь решает все. Я одержу победу и узнаю правду. Ты сошел с ума, Люк! Если я выиграю, ты отдашь мне дух звезды и расскажешь о том, что произошло с моим дедушкой. Фантом, ты ведь сам придумал это правило. Вряд ли ты его станешь нарушать. Mm.
Это не худшая идея. Но победит ли он? Я сомневаюсь. Ну уж нет. Чего? Чего? Слушайте, этот парень очень опасен. Я ни за что не позволю вам сражаться с ним. А? Тренер Дэниел! Вы же были в обмороке. Давай, останови Люка. Но я не хочу. А вы не знали, тренер Дэниел? Дух звезды был украден из нашей академии. Верно. И сейчас самое время попробовать вернуть его. Люк, мы готовы помочь. Райан, Вики, Алан. Нас четверо, и их столько же. Сразимся 4-4. Хм, хотите все вместе? Ха, вы уверены, что готовы к этой битве, детишки? Внезапному шквалу бессмысленно выходить с вами на бой. С такими без проблем справятся и 3 верховных воина темной обители. Что? 4-3? Ха, как бы вы не пожалели. Так, пойдемте. Да. Да. Ты согласен, шквал? Конечно. Пусть сначала победят ваши инфинити надо. Ну, раз так, предлагаю найти место, где побольше зрителей. Я-ху! Приветствую вас! Круто! Если где-то намечается битва, Симус тут как тут. Похоже, нас ожидает битва века. 3 верховных воина будут биться с Люком и его друзьями. Громче вас не слышно, поддержите их. Отлично, так гораздо лучше. Чего же мы с вами ждем? О, ну все, в этот раз им не повезет. Битву повеселимся. Дороги назад нет, вы должны победить. Вперед, покажите, что могут ученики Академии Надо. Да! Итак, правила простые. Побеждает тот, кто выбьет все инфинити надо соперника. Хм, возражения есть? Нет! Ха, давайте, пора начинать! Держи, Вики! А? Наконечник? У них двойные наконечники, а у нас модификация. Алан! Мы сможем, Вики! Да, ладно! Итак, битва начинается! Надеюсь, стороны готовы? Ха! Ну что же, приступим! Давайте, все вместе! Да! 3! Время на 5! 2! 1! Вперед! Надо! Ха! Давай! Круто! Так держать! Чего? Нефритовый лук! Что с ним? Я поставила на него наконечник Алана, и его траектория движения изменилась. А? Нам нужно усилить атаку, ведь мы хотим их полностью разбить. Ты прав. Ладно, Вики, давай атаковать вместе. Вот вам! Ха! Как вам? Так-то! Давай, отлично! А? Продолжай! Вики, молодец! В атаку! Нефритовый лук! А? Крылья Ареса? Давай! Выбей их с арены! А? 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 Супер! Молодец! Эй, притормози там! Не надо спешить, Люк! Будешь так атаковать? Не продержишься до конца! Ребята, не волнуйтесь! Я с ними справлюсь! Вперед, крылья Ареса! Следуй за ним! Чего? Ха! Какой ты наивный! А? О, нет! Ну, Люк! Предупреждали же! И про меня не забывай! Казалось бы, берегись! Крылья Ареса! Набирай скорость! Скоро узнаем, удастся ли ему как-то выбраться из этих тисков! А? Ну же, крылья Ареса! Ну все, покончи с ним! Крылья Ареса! И крылья Ареса выбывают, кто бы мог подумать, что Люк станет первым! О! Крылья Ареса смог удержаться! Вот это сюрприз! Ну же! Быстрее! Поздно! Верховные воины снова окружили крылья Ареса! Алый волк!
Снова? У короля Ареса остается все меньше энергии вращения. Такими темпами он скоро выйдет из игры. Ух ты! Три верховных воина своими атаками загнали противника в ловушку. А? Крылья Ареса! Вот это повезло! Инерция от удара помогла крыльям Ареса выбраться из ловушки! Однако три верховных воина продолжают атаковать, и крыльям Ареса нечем ответить! Люк! Вики? Терпи, сейчас поможем! У вас ничего не выйдет! Чего? О, нет! Он смог справиться с нами в одиночку! И что теперь? Это быстро! Он не позволяет прийти на помощь! Так не пойдет! Нам нужно действовать сообща! Вики! Мы будем прикрывать Райана. А, поняла. А я нет. Давай, нефритовый лук. А? Чего? Решили, что у вас есть шанс мне навредить? Хм, это не все. А? Быстрее, Райан. А? Люку нужна помощь. А, понял. Набирай скорость. Огненный дракон! Останови его! А? Что? Невозможно! О, как же так? Огненный дракон угодил прямиком в ловушку! Как это? Сам себе палки в колеса ставит. Уверен! А теперь смотрите! Вперед! Огненный дракон! Это невозможно! А? Иди в атаку! Давай! Круто! Прекрасная атака с воздуха! Отлично! Спасибо! Ха! И правда, нам нужно биться сообща. Верховные воины очень сильные соперники. Только вместе мы сможем победить в этой битве. Точно! Вместе? А, я понял! Теперь в атаку! А? Как это? Люк, вы сможете! Все равно вы слабее нас. Вы думали, что объединившись, вы сразу же выиграете? Мир устроен несколько сложнее. Гигантский питон! А, настигли! Три верховных воина выбрали по сопернику и теперь бьются один на один. Нефритовый лук! Обратная атака! Что? Нефритовый лук! Огненный дракон попался! Отобьется ли он? Держись! Боковой рукав помог огненному дракону сбежать! Яростный Цербер! Пора полакомиться! Спасайся! Крылья Ареса! А? Быстрый панцирь? Спасибо тебе, Алун! Мы же команда! Вот еще! А ну исчезни! Чего? Спасибо, Лю! Смотрите, что может мой новый наконечник! Что? Ты, конечно, молодец, что модифицировал свой Инфинити Надо. Но сможешь ли ты правильно его использовать? Я вот думаю, что нет. Не забывай, она бьется не одна. Вот же! Ты куда? Не убегай! Размечтался! Вы долго не протянете! Ха! Мы все продумали! Что? Что? Как? Люк, крутой ход! Быстрая контратака! Вики, давай! Да! Сколько можно? Они мне уже надоели! Я разберусь. У меня все под контролем. А вы точно верховные воины? Что ты сказал? Остыньте уже! Они этого и хотят! О, хотят заморочить нам голову. Ха, как же глупо. Покажем им свою настоящую силу. А? Это же... Они что, все-таки пойдут на это? Это плохо! Магнитный возврат! Магнитный возврат! Вы смотрите внимательно? А? Что? Плохо дело. Они используют второй наконечник. Сдавайтесь! Обратный запуск! Вам конец! Обратный запуск! Поехали! Обратный запуск! Вау, вот это да!
Три верховных воина показали обратный запуск. Когда видишь их вместе на арене, тебя охватывает чувство восторга. Только лучшие владеют этой техникой. Пора уже покончить с ними. Сможет ли теперь Люк с друзьями противостоять трем верховным воинам? О нет, они использовали этот прием, ужас! Он опять отключился. Не обращай внимания. Нельзя сдаваться! Вперед! Все вместе! Да! Атакуй крылья Ароса! Вперед! Огненный дракон! В бой! Быстрый панцирь! Нефритовый лук! Давай! Так, атакуем их в лоб! А? Как же так? Ха! Такова мощь яростного Цербера в атакующем режиме! О нет, Алый Волк стал защитным! Как ты догадался? Нет! Ну же! Держись! Огненный дракон! Нефритовый лук, вперед! За ними! Быстрый панцирь! Ха! Быстрый нефритовый панцирь! Лук! Крылья Ароса, помоги им! Иди в бой, огненный дракон! Ну вот и все! Вам пришел конец! О нет! О, благодаря обратному запуску три верховных воина выбили с арены Инфинити Надо соперников! Неужели это все? Неужели битва подошла к концу? Ха! Размечтался! Мы привыкли сражаться до самого конца! Правильно, Райан! Вы думали, для победы будет достаточно этой атаки? Давайте вместе сложим силы для нашей финальной атаки! Согласен, Люк? Да! Покажи им всю нашу мощь! Наши Инфинити Надо способны на чудеса! Выходи! И сопернику теперь не уйти. Ничего себе! Одновременно появились 4 духа! Раскрой свои крылья победы! Крылья Ароса! Огненный дракон! Выпусти пламя ярости! Готов к бою! Быстрый панцирь! Нефритовый лук! Давай выбьем их с арены! Интересно! Тоже мне! Алый волк! Гигантский питон! Яростный Цербер! Вот это да! Невероятно! Просто высший пилотаж! В этой битве участвует целых 7 духов! Нефритовый лук! Готовь свои стрелы! Осторожней! Момент пришел! В атаку! Крылья Ароса! Он идет! Крылья Ароса! Осторожно! Порви его, яростный Цербер! Быстрый панцирь! Нет! Нефритовый лук! Нам конец! Быстрый панцирь! Крылья Ароса! Как же так? С явным перевесом по силе победу одержали три верховных воина! Как жалко! Смешно им. Мы ведь почти их победили. Поймите, наконец, мы гораздо сильнее всех вас. Победа значит все. Таков закон темной обители. Раз вы проиграли, вы никогда не сможете получить то, что хотите. Вот ведь ты... Ну что ж, мне очень жаль, Люк. Нет, я не отступлю. Ты еще увидишь, Фантом. Но послушай, Люк. Тогда для начала стань сильнее.
Я буду ждать тебя в башне Фантома, когда ты будешь готов. Башня Фантома? Когда сразишь верховных воинов и доберешься до вершины башни, я дам тебе бой. Правда? Хотя сейчас ты не способен сразить даже трех верховных воинов. Я докажу тебе свою силу, Фантом! Сначала верховные, а потом будешь ты! И я точно сдержу свое слово! Ты расскажешь мне правду! Люк! Так держать! Хотят сразиться с Фантомом? Точно, Люк! Мы сможем! В следующий раз мы их точно победим!